Солдаты и офицеры России, вам говорили, что в Украине бандеровцы, нацисты, наркоманы. Вы верили, что украинская армия слабая и сразу разбежится. Вы думали, что ваша армия большая и сильная. Но вас встретили не цветами и караваями, а сталью и свинцом. Вы уже поняли, что ваши политики и генералы вас обманули. Ваши командиры вас предали и бросили на убой. Вам не сказали правду об украинской армии. И теперь ваши боевые товарищи мертвы. Поэтому прямо сейчас ты за смешные деньги мерзнешь в холодном танке или в окопе. А генералы, обокравшие армию России, жируют в Москве. Поймите, враги России не в Киеве, Брюсселе, Лондоне или Вашингтоне. Они в Москве. Пока в ваших руках еще есть оружие, остается шанс свергнуть кровавый и предательский режим Путина. Потом они вас разоружат и до конца ваших дней будут бить дубинками и сажать в тюрьмы. Лейтенанты, капитаны и майоры, расстреливайте полковников и генералов. Они настоящие преступники, тянущие вас за собой к Международному военному трибуналу. Если вы не сделаете этого, вы, ваши дети и ваши внуки будете жить в нищете. Путь на Москву свободен. У вас есть выбор. Войти в историю преступниками-убийцами или героями своей новой страны. Хватит проливать кровь детей. Пролейте кровь тиранов. Освободите Россию от Путина.